Я не знал, насколько странное путешествие меня ждет. Я возвращался в город моего детства. Я спрашивал себя, не сон ли это? Ты где? Папа. Отец бросил нас, когда мне было 14. Ты плачешь? Что с тобой? Просто все такое настоящее. Поторопись, ты опоздаешь. Опоздаю куда? В школу. Это Сильви Дюмантель? Я так боялся заговорить с ней. Надеюсь, на уроке рисования вы занимаетесь математикой. Я тебе не нравлюсь? Тебе же 15. Старая для тебя, что ли? Виски, пожалуйста. Несовершеннолетним не положено. Я совершеннолетний. Папа, потанцуй с мамой. Я не танцую. Ну, папа! Ты хотел бы другую жизнь? К чему эти вопросы? Ты никогда не разговаривал со своим отцом? Я должен был вернуться, чтобы не дать отцу уйти. Но можно ли изменить прошлое, прожив его заново? Откуда ты это знаешь? Просто знаю. Если бы мы сказали, что любим его, может, он бы остался?